Всем здравствуйте, меня зовут Хурлан, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу связать с вами вот такую милашку, сумочку. Сейчас она очень актуальная. Маленькая такая малышка. На эту сумку нам понадобится вот такой моток пряжи. Это у нас первичка трикотажная. Ножницы, иголочка вот такая. И крючок. Крючок я взяла номер 7. Будем вязать сначала овал, потом стенку сумки. И будем делать убавки и ручка. Я прикрепила вот такие вот карабин кольца и сделала вот такую цепочку ручку. По желанию можно сделать сюда замочек или магнитик. И будет стильная маленькая сумочка. Итак, начнем. Что нам нужно сделать? Берем пряжу, чуть-чуть растягиваем. Делаем 7 петель, воздушных петель. Цепочку из воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот. Петля подъема. И вот она у нас петля. В эту петлю мы будем вязать еще 2. Будем брать, вот, смотрите, вот здесь, в этой петле, 1, 2, 3, как бы, пряжи или нити. Мы будем брать не за переднюю, ой, вот за вот одну, а прям посередине за 2. Вот если видно, вот она, прям в середину. Первый столбик без накида и туда же второй столбик без накида. Теперь продолжаем. Следующая петля у нас. В следующую петлю свяжем 1 столбик без накида. В следующую второй. Здесь уже по одному столбику без накида. Третью, вот смотрите, вот здесь я покажу, не за вот петлю, а за вот прям середину. Вот здесь получается 2 петли. Третья петля, то есть третий столбик без накида, четвертый столбик без накида и вот здесь 5 столбик без накида. Теперь в этот столбик мы вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь так, вот этот хвостик мы должны провязать вместе. Так, теперь вот мы провязали здесь 5 столбиков без накида. Здесь у нас в одной петле 3 столбика с накидом. Здесь в начале мы сделали 1 столбик без накида в начальную петлю. Так, теперь мы будем вязать за вот эти петли 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в эту петлю мы будем вязать еще одну
еще один столбик без накида и соединяем наш овал. Вот она, не здесь, это у нас петля подъема. В эту петлю мы делаем соединительную петлю. Вот у нас овал получился, это первый ряд. Вот этот кончик потом мы спрячем. Вообще надо было его вместе связать, почему я пропустила, не могу понять. Так, делаем петлю подъема, второй ряд. Теперь здесь у нас 1, 2, 3 петли в начале, то есть это у нас как бы полукруг. Мы в каждую петлю провязываем по 2 петли. Раз, два, следующую петлю, раз, два. Теперь посередине у нас остаются эти 5 столбиков без накида, то есть мы их вяжем без изменения, без прибавки. Два, три, четыре, пять. И опять же вот раз, два, три, по 2 столбика без накида в каждую петлю. Первый столбик, туда же второй столбик без накида. В следующую петлю один и туда же второй столбик без накида. И в третью точно так же повторяем. И наши 5 петель без накида. Ой, столбики без накида. 3. Четыре. Пять. Так, раз, два, три, четыре. Наоборот, здесь 5. Теперь мы здесь вязали с вами. Вот они у нас. Раз, два, раз, два. И в эту петлю я буду вязать 2 петли. Ой, 2 столбика без накида. И соединяем только не с этими петлями. Так. Так, раз, два, раз. Да, вот с этой петлей делаю соединительную петлю. Это у нас второй ряд. Здесь мы, так, раз, два, два, три, три ряда. Еще один ряд с прибавкой, и дальше будем вязать уже без прибавки. Петля подъема. Теперь мы будем уже чередовать, то есть в одну петлю мы вяжем одну петлю, во вторую петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. Извиняюсь, я постоянно путаю с петлей, говорю, ошибаюсь. Первый столбик мы провязали, во вторую петлю мы вяжем 2 столбика без накида. Здесь мы вяжем 1 столбик без накида, следующую 2 столбика без накида. Опять же вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без изменений. 2, 3, 4, 5. И здесь мы вяжем 1 столбик без накида, 2 столбика без накида в одну петлю. И вот так вот уже чередуем. Раз, здесь 1 столбик без накида, в следующую петлю 2 столбика без накида. Опять 1 столбик без накида, в следующую петлю 2 столбика, туда же вяжем 2 столбика без накида. Это у нас последний ряд с прибавками. Дальше мы будем вязать без прибавок. И дальше здесь у нас идут 5 петель, которые без изменений вяжутся. 1, 2, 3, 4, 5.
Давайте провяжем до конца. С вами провяжу и объясню, как дальше делать. 3, 4, 5. Здесь у нас один столбик без накида, здесь 2 столбика без накида. 1 сюда вяжем, 2 туда же, 2 столбика без накида. Так, теперь соединительная петля. Петля подъема. И мы будем вязать с вами в круговую, без прибавки, без убавки, в каждую петлю по одному столбику без накида. Так. Вот смотрите, здесь будьте внимательны. Мы в эту петлю сделали соединительную петлю, то есть мы будем следующую петлю вязать уже в эту петлю. То есть не будем брать столбик без накида. Не отсюда начинаем, а вот с следующей петли. В каждую петлю будем провязывать по одному столбику без накида. Здесь мы будем вязать. Так, 1, 2, 3, 4 ряда без убавки, без прибавки. Самостоятельно мы в круговую. В круговую будем вязать столбики без накида. Без прибавки. В каждую петлю по одному столбику без накида. Самостоятельно давайте провяжем с вами еще 4 ряда. Так, это у нас первый, еще 3 ряда. В итоге получается у нас без прибавок, которые мы будем делать. То есть стенку. Стенка у нас составляет из 4 рядов. А вот я провязала 4 ряда без прибавки. Теперь будем делать убавки. Здесь мы у нас получилось здесь 28 петель. Так, одну петлю провязываем и делаем здесь убавки. Так, мы здесь давайте определимся. Так, 1, 2 провяжем. Мы делим наши петли на 2 части. У нас должно получиться 14. Так, вот она середина. Я вот так вот она сама получается. Делится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот она, 14. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот. Здесь 14. Мы должны сделать прибавки в 4 местах. Как мы это делаем? Мы сейчас, вот это начало ряда. Я сделала петлю подъема. Следующую петлю я провязываю. Делаю прибавку, убавку. То есть мы из 2 петель вытаскиваем 1 петлю. То есть вот она, прибавили, ой, убавили. Теперь провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте провяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем прибавку, ой, убавку. Из 2 петель мы делаем 1. Провязываем 1 петлю. И точно так же аналогично делаем еще 1 прибавку. Ой, извините, убавку. 1. Из 2 петель мы делаем 1 петлю. Теперь провязываем 7. 1, 2, 3.
5, 6, 7. То есть мы, видите, она закруглилась. 7. И здесь мы тоже так же аналогично из двух петель делаем одну. Одну провязываем. Так. И соединительная петля. Здесь получается две петли, значит. Соединительная петля. Вот что у нас получилось. Вот. Теперь мы должны связать ручку. Для этого мы обрезаем нить. И сразу же мы ее прячем. Так, смотрите, вот эта сумка, предыдущая сумка, у меня с изнаночной стороны. Если вам нравится этот узор, можете развернуть. Давайте посмотрим, как она смотрится с изнаночной стороны. Просто многие вяжут сейчас такую сумку и разворачивают. Но вот эта сторона, мне кажется, более-менее интереснее, да? Узор как бы чуть-чуть растягиваем, чтобы он... форму взялся. Вот она, наша сумочка. Теперь давайте мы эти кончики все спрячем уже в внутреннюю сторону. Сразу давайте все сделаем, чтобы потом уже с ручкой неудобно будет работать. Мы проделали. Теперь мы вот прячем за эти петли. Не обязательно все, вот 2-3, и в принципе достаточно. И этот же то же самое делаем с этим кончиком. Разворачиваем и вниз спускаемся по этим петлям. Режем кончики, чтобы вообще было не видно. Вот наша сумка практически готова. Мы сейчас чуть-чуть форму придадим и будем вязать с вами ручку. Ручку будем вязать мы. Вот смотрите, мы друг друга вот так приложим и отсчитываем уже наши петли для ручки. Ручка у нас вот эта вот, именно эта сумка, состоит из 5 петель. То есть мы в круговую будем вязать 5 петель. Вот 1, 2. Вот прям приложите петля в петлю. Чуть-чуть она будет у вас кривиться, потому что это трикотажная пряжа, но все равно как бы тянет в одну сторону. И вот здесь мы считаем с вами 5 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Вот они наши. Ну, давайте вот это захватим, он прям просится. И получается у нас 6 петель, да? И вот здесь 1, 2, 3, 4, 5 петель. Давайте из 5 все-таки сделаем.
Так, вот это здесь. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Вот. Видите? Раз, раз, два, три, четыре, пять. Вводим крючок в пятую, первую, то есть в петлю. Вытаскиваем петлю, столбик. Чуть-чуть подтягиваем. И вяжем столбики без накида. Вот эту петлю сразу захватываете, чтобы она спряталась вовнутри. Так, третья петля, четвертая петля, пятая. И мы соединяем с предыдущей вот этой петлей. Давайте сделаю воздушную петлю. И вот этот захватим. Вот. И в круговую будем вязать в каждую петлю по одному столбику без накида. Так. Угу. Чуть-чуть неудобно. Помогайте руками себе. Угу. Здесь у нас воздушная петля. Помните, мы набирали ее тоже. Итог получается у нас не 5 петель, а 6 петель все-таки. Слишком туго вязать не надо, как я. Замучайтесь. Будем вязать до середины, чтобы соединить в середине. Вот здесь я сделала ошибку, сделала соединение с этой стороны, и видите, она как бы чуть-чуть заметна и неудобно пришивать. Поэтому я вам советую провязать хотя бы до середины, чтобы пришивать как бы удобно было. Итак, продолжаем вязать ручку. Здесь мы будем вязать примерно. Так, здесь мы будем вязать с вами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь давайте рядов свяжем. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Точно так же. Восемь рядов. Просто раз, два, три. Это наш четвертый ряд. Просто без этого, как спирали, мы будем вязать с вами восемь рядов. Здесь я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов, потому что сумка маленькая. 7 рядов связала. Теперь точно так же, как мы эту сторону начали, точно так же мы будем вязать с этой стороны. Я понаблюдая, смотрю, что у меня вот эта стыковка, и в принципе длина ручки меня устраивает. Слишком длинный, мне кажется, для этой малышки будет вообще не смотреться. Поэтому я провязала всего 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Обрезаю нить.
Здесь я убираю кончик, соединительную петлю делаю. И прячу этот кончик вовнутрь нашей ручки. Здесь пока будет у нас полушнур. И легко можно продеть. Все. Теперь вытаскиваем кончик. Точно так же мы делаем соединительную петлю. Как бы закончить это все. Подтягиваем чуть-чуть. Теперь мы соединяем эти наши две ручки. Для этого нам понадобится наша иголка трикотажная с большим ушком. Так. Угу. Теперь мы в каждую петлю будем делать швы, продевать иголку. Вот здесь у нас, видите, косичка есть. Мы за эти косички, за эти петли, как бы соединяя, пришиваем. То есть соединяем каждую нашу петельку между собой. Вот наша ручка соединенная. Мы как бы подтянули чуть-чуть. Сильные стяжки не делайте, потому что, видите, она как бы этот проваливается и перетягивает петли, и это не очень красиво смотрится. Здесь я делаю соединительную петлю, чтобы спрятать наш кончик в полушнур. Здесь я обрезаю нить. Все, наша малышка готова. Осталось только прикрепить карабины и цепочку. В данный момент у меня просто нету цепочки, поэтому я сейчас этого не буду делать. Я приобрету и отдельно вам сниму фотографию. Так, здесь у нас кончик остался, его надо убрать вовнутрь, чтобы он нам не мешал и не портил вид. Вовнутрь выводим кончик и обрезаем. Так, этот кончик у нас уже готовый. Вот и все. Можно чуть-чуть отпарить, и сумочка будет готово. Вот такая сумочка у нас не получилась. Размер вы можете регулировать сами. Это, например, самая маленькая, наверное, сумочка, которую я вязала. Здесь у меня я набрала 7 петель.
Если хотите как бы большую сумочку, чуть больше, наберите 8 петель, 9 петель, 10 петель. Либо донышко мы, вот, например, вязали дно из 3 рядов. Свяжите из 5 рядов, он у вас будет еще больше и объемнее. Ручку можно подлиннее, как шопер сделать. Но мне вот это сейчас... Эти малышки мне очень нравятся летом, как самое то. Я вот можно сюда телефончик, там брелки, ключи от машины. И пошел. Вот здесь я карабинчики вот такого плана. Куплю маленькие карабинчики и соединю вот с такой цепочкой. И нужно будет носить на плечо. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии, я вам с удовольствием отвечу. Пробуйте, вяжите. Всем спасибо за ваше время. Всем удачи и ровных петель вам.